Всем привет! В начале весны 2022 года на телеканале «Украина» состоится премьера 40-серийного детективного и приключенческого сериала под названием «Детский телохранитель». По сюжету бывший спецназовец Тарас не находит себя в гражданской жизни, поэтому он решает устроиться на работу в охранное агентство. Бывший военный уверен, что он легко справится с обязанностями охранника. Но только пока не узнает, что охранять ему придется детей. Состоятельные семьи нанимают детского охранника, если чувствуют, что их ребенку угрожает опасность, но какая именно, клиент не знает. Часто за этим стоит семейная тайна, которую приходится распутывать главному герою. В этой непростой работе Тарасу будет помогать очаровательная девушка по имени Лада, без которой он в буквальном смысле никуда. Удастся ли справиться смелому Тарасу с большими проблемами своих маленьких клиентов? И сможет ли он сам преодолеть свой самый большой страх? Ответы на эти вопросы вы узнаете, если посмотрите данный сериал.